Всем здравствуйте, с вами Спидрелк. Сегодня я начинаю проходить модификацию на второй портал под названием Portal Stories Mail. Что это, правда, такой за мел, я так и не понял. Ну, ладно, нажимаю на новую игру. Здесь всего 5 глав, а вот это уже сложный. Ну, то есть для очень прокачанных людей. Вот, но я начну обычно проходить. Вот, поэтому нажимаем играть. Ага, вот это интро этой модификации. Здесь, кстати, по-моему, есть русская. О, это глава 1, 1952. О, это такой старый год. А где русская озвучка? Или ее в этом нету моде? My name's Cave Johnson, and boy, do I have something to show you. Так, я включил субтитры. Ой, чё они такие большие? I don't say that lightly, mind you. So take that as one of the biggest compliments you'll ever get in your life, even if you don't know who I am. In the beginning, I started a shower curtain company, making asbestos-laden shower curtains for the military. But I kept dreaming bigger and better. Ага, окей. That dreaming became doing, lots of doing. Which brought you here. You're riding into the little Michigan town of... Wait. Where are we again? Okay, so... This town doesn't have a name yet, as we're the ones... О, это что-то типа Барни, да? Но это не он. Point is, you're riding there, and you'll soon be... Так, ну короче, не знаю, читать ли мне эти субтитры, потому что я плохо читаю. We're still getting some of this stuff together, but there's a lot of science. Вот, так что ну вы читайте там сами. You've been selected from a large group of candidates for a special test in our temporary testing areas. When the train arrives at the station, head into the town and into the aperture building. Так можно приближать. You'll know where it is. You'll get some more pre-recorded messages once you're there. Now, get ready to do some science. For now, though, we're gonna put on some nice music for you. О, большое спасибо. Ну, то есть, как я понял, это аналог черной мезы, только в Epic Science. Вот, и решили тоже сделать как в черной мезе, вот, даже сделали такие, такую, ну, это уже не вагонетка, это уже поезд. Одновагонный, скажем так. Так, ну вот, я приехал, да? Wait. Chris, get over here. How do you spell station? Okay, think about that for a second. Okay. офигели. Does station have an extra O before the I? Alright, listen to me. Pack your things. Так, ну пока что вообще не понимаю, что происходит, что-то там... Ладно, я просто буду молчать, может я прочитаю, что-то пойму. Так, все, наконец-то я приехал. Я ехал где-то 4 минуты. Так, вот, сменилась карта. Сейчас, наверное, следующая глава. Aperture Science Innovators is not responsible for any injury you sustain. Up to and including death by exposure to cosmic ray spallation. Don't worry, though. We haven't had an accident like that in 3 days. Так, ну ладно. Sorry. Make that 3 minutes. Оу, я вышел на поверхность. Ты можешь заткнуться, пожалуйста, я хочу походить, посмотреть, блин. Здесь можно субтитры как-то поменьше сделать, но они слишком огромные, потому что, по-моему, в прошлом нельзя было сделать. Вот здесь субтитры. Здесь нельзя ниже сделать. Ну, ладно, значит, только большие субтитры. Last thing we need is to touch up a dent in the wall because someone was too hands-on. Так, ну вот тут, ну короче, будем определять английский на слух, скажем так. Так, ну кстати, что тут могу сказать по началу? Мне оно нравится. Мне очень нравится, как здесь сделан город. Вообще то, что он тут есть, я думаю, будет только вот это подвальное помещение, но нет.
это завод Abitch Science, все, я понял. Прям именно как он снаружи выглядит, круто. Сюда еще войти можно, кстати. Так, здесь еще есть такой маленький скверик. Так, я хочу войти сюда, посмотреть, что вон там. Мне вот очень интересно. Но я не посмотрю, что там находится, потому что, ну, не могу. А можно все-таки сюда попасть? Так, ладно, и вон там, по-моему, ну, там, по-моему, у меня дверь не открылась. Вот там. Я уже не помню, я заговорился что-то. Так, что вот тут у нас? Ну, кстати, здесь есть даже проработка такая, квартир. Ну, на первом этаже, по крайней мере, сделали такую комнату. Мне нравится. Так, вот тут же дверь не открывается, правильно? А, ну да, точно. Да, тут она никак не откроется. Так, а вот здесь я был. Так, сюда я не могу залезть. Ну все, значит, только входим в этот завод. Или что это? Abitch Science Innovations. Вот сюда мы входим, короче. I told you it was easy to find. You found it faster than any test subjects on record. That's not good. Just head through the door on the right to the elevator. You'll know where to go. Блин, какая же здесь крутая все-таки проработка сделана карт. И вот стиль даже здесь какой-то проглядывается. So, at first, I wanted to put in a long flight of stairs that spiraled down through the... Да блин, чел, мне так насрать, что ты там планировал сделать. No, вот уже все получилось, то, что получилось, и все. So, when someone in a wheelchair threatened to sue, my former boys chicken out of me and built this elevator to go to our temporary offices. Yeah, что-то... Что мигает все? Ой, не мигает. Seriously, though, the stairs aren't ready, so get on that stupid elevator. Все, спускаемся, да? Да, скорее всего, спускаемся. Да, и вот здесь, наверное, будет вторая глава, я думаю, начнется. Here at Aperture, we're always trying to push the boundaries of science that little bit more. That's why we're taking on this new project. When the bean counters told me not to buy a salt mine to do all this science, the first thing they said was, no, there's too much space. You can't suspend something over nothing and pray that a test can happen in thin air. Well, thanks to some use of the old calculator between the ears and a generous helping of the you're fired stamp, I came up with a final solution to that. If you can't anchor something in thin air, why bother trying to make it in the air in the first place? I came up with this. Ага, понятно. Так, это из... Да, блядь, это из второго портала, да? Не, ну масштабы поражают. Ну, для сурса, так для второго портала это, ну, нормально. This salt mine here can take at least 10 of these bad boys per shaft. 9 shafts, 90 tests. We can test whatever we want. Так, кстати, а когда тест уже будет? Так, верно, он это уже сказал. Я не прочитал, да. Я такой. The bean counters cried like babies when they saw the cost of these things, but they wet their pants when I threw them out the door. I pay the bills, I make the decisions around here, and I hire and fire as I please. Now, the first of these spheres won't be ready for a few more months, so you'll be participating in one of our smaller tests, the Aperture Science Innovators Short-Term Relaxation Vault. Боже, да сколько же спускаться-то буду? А, вот до сюда, наверное. Так, и вот это все мне надо будет выбираться, что ли, да? Или это как бы во втором портале, я буду все ниже и ниже и ниже по уровням спускаться, а потом как-то... Потом выберусь в конце. Хотя там, по-моему, сюжет... Хотя там, по-моему, описание было. Я его не читал, потому что забыл. Но я, наверное, вставил это описание вот только что. Offices, или же я забыл про него, не знаю. Да мне без подробностей нормально будет.
Don't worry, though. Our science boys will get you out shortly. You'll only be out for a few minutes. An hour, at most, if something goes wrong. Don't worry. We've got everything under control. You'll be making science, and you won't have to do a thing. Who's the winner here? You are. Ура, я победитель! Так. Ну, кстати, тут есть люди, то есть этот комплекс не заброшен. Очень круто. Ну все, ну я спустился уже, блин, а то это та же самая поездка на... этой... на монорельсе, на вагонетке, которая была в первой халфе, только вертикально. О, блин, кстати, прикольно вот здесь сделано. Чем-то мне напоминает Колкова из модификации Meanwhile in Russia. Там примерно похоже было, только, естественно, меньше полигон. Ай. Что, безумный Гарри? Гаррис Мод? Вот это отсылка. Ну, блин, ну, кстати, я, по-моему, это уже говорил, для 60-х годов это очень жестко. Прямо какой-то... какие-то прорывные технологии. Ну, что-то типа Atomic Heart. Вот, но в гораздо меньших масштабах. Хотя, ну, блин, здесь все-таки портальная пушка, а там... Хотя, блин, там тоже много. Ой, ну, короче, не знаю, ладно, все равно. Ух. Так, он мне там что-то говорил, куда нужно идти, что-то там вот, ну, я не знаю, что. Поэтому буду идти, куда глаза глядят. О, это что? Какие-то деревянные колбы. Ну, хорошо, ну, кстати, ну, все равно интересно это все здесь ходить, изучать. О, это что-то типа автомат с содой. Блин. Кстати, что тут из напитков? Эпичи кола, репижен сода, спиди сарса пати. Ну, ладно. Так, значит, наверное, надо вниз, скорее всего, идти, потому что я вот наверх пошел, а вон там ничего нету. Так, я ж не умру. А, у меня уже эти ботинки, что ли, да, которые там, то ли антигравитационные, то ли вот, ну, от которых урон не получаешь, короче, от падения. Так, здесь они все работают, получается, на печатных машин. А, туалеты закрыты. А, видимо, кто-то не дошел. Ага, вот, можно дальше войти вот сюда и вот сюда, давайте-ка войду. Не-не-не, я хочу сюда войти. Ну, здесь просто непонятно, какая комната... куда ведет. Ага. Так, они меня не убьют, но... значит, надо идти вон тут... Блин, у меня что-то FPS просел. Хм, я правда не знаю почему. Ну ладно. Так, еще вот здесь. А, ну здесь просто комната такая, да? Ну, значит, идем вон туда обратно. Ну, кстати, модификация пока что качественно, очень сделана, мне нравится. Вот что еще. А, да. Давайте я посплю. Блин, кстати, а вы бы здесь жили? Мне, ну, если бы здесь стоял компьютер, я бы, ну, почему бы и нет? Ну, и интернет, естественно. Кстати, видео включилось. И...
Так, спокойной ночи. Так, окей, я проснулся. Либо я проснулся во сне, не знаю. Какие-то здесь красные... Красное освещение. Это типа, я сейчас в уровне восклицательный знак, да, из Бэкрумса? Или чё? Вот, всё, я... Is this thing on? Hello? Привет. Hello? Can you hear me? О, вторая глава. I'm so sorry, astronaut, Olympian, or war hero. There was a slight problem with the test. Don't worry though, we got shot okay. А, хорошо, это я типа... Just, может, я как во втором портале, там же мы же засыпаем, да, потом просыпаемся, да? И вот все, ни ученых, ничего тут нету. Все это забросили. А, ну хотя да, точно. Скорее всего. Так, ну давайте-ка я попробую. А, блин, ладно. Блин, как качественно сделано. Бля, это ж киберпанк прям какой-то, реально. Не, это портал панк. Бля, здесь как назло завалило. Ну хорошо, так. Первая головоломка. Да я не буду переживать всё, чел, успокойся. Мне сначала нужно определиться, куда мне нужно попасть. А вот куда тут мне попадать, я хз. Так, ну здесь... о, скорее всего, вот сюда. А, нет, сюда нельзя разместить. Блин, все, я в растерянности. Может, конечно, нужно... А, да. Господи, ну не заметил я сначала. Ну, я зато хотя бы недалеко. Ушел и уснул, так что все нормально. Ага. Так, теперь нужно возвращаться обратно. Вот сюда. Блин, так тупо делать желтые субтитры с желтой пушкой. Не знаю. Обводку бы, что ли, я не знаю, делали какую-то черную. Ну ладно, это просто мой доёб. Кстати, а как это... А, ну я, короче, иду все в ебеня и в ебеня, потому что мне заложили проход. Поэтому, ну, только так. А какой сейчас год? Хоть нет, смотрите, вот тут видно. А, не, все, я тут уже. Да блин. Да вот же, вот. Почему нельзя, я не знаю, построить пирамиду из мебели, из этих ящиков? Просто выбраться вот здесь в выход, ну просто. За что? Ну ладно. Так-с, о. А, можно наверх. Не, можно наверх, можно. Да, ну это тупо было бы. Так, у нас же главный герой, это кто? Блин, я описание прочитал, ну, открыл, там оно на английском, так что, блин. Переводить мне сейчас как-то лень. Так, ну смотрите, окей, А, нет, это все, я понял. Так, здесь мне нужно, скорее всего, куда-то прыгнуть. Вот с высоты, чтобы меня откинуло. Но вот вопрос, куда... А нет.
Не-не-не-не. Не, ну сюда можно это поставить, но зачем? Все, они реагируют, что ли, на меня? Ой, не надо, ой, не надо. Ой, не... Ой, прошу. О, кстати, там пульт какой-то. Рычаг, точнее. Оп, сохранение. Ну, только гель нужно не сюда, по-моему, поставить. Это же скоростной. Так, что делать? Нужно найти портал. Вот, во-первых, нужно поставить синий портал сюда, а во-вторых, нужно найти поверхность, куда, ну, коридор желательно, куда можно поставить портал, чтобы он на стене желательно стоял. Ну, например, вот тут. Да. Господи, как это гениально. И вот теперь уже ставим вот сюда. Теперь должно заработать. Так, давай, давай. Да, все, в принципе, нормально. А, не, я, по-моему, за женщину играю. У меня маникюр, оказывается, есть. Или это у меня просто... Мне ногти отодрали. Хз. Так, ну все, теперь есть этот гель. Или это гидрогель, или это какой... А, нет, гидрогель... Блять, ладно. Я не знаю, есть ли у них название у этих гелей. Так, окей. Things might look different than what you're used to. But, while you were spending that little time sleeping, we так эта женщина, это из Portal, что ли? Как-то мы ее чел зовут или член? Я не помню, правда. Я просто буду идти обратно. Блять, ну правда, блин. Представьте, вот вы заснули. Ну, правда, у вас бы мышцы атрофировались, но неважно. Вот вы проснулись и вот... Все, пиздец, вы понимаете, вот единственный путь, который вы знали, все, лифт упал, все там сломалось. Ну, тут только сюда идти остается. И вот сейчас вся игра, ну сколько она там идет? Час. Нет, час 40, бля, час. Час 40 она идет. Наверное. Я, наверное, напишу, сколько она идет, если не забуду. Now, I just want to make sure you know something before you go any further. We have these new inventions called emancipation grids in place to prevent objects from... Так, это говно меня уничтожит, да? Я просто думал, может, оно меня не уничтожит, а просто остановит, ну, как в Half-Life 2, там, стены комбайнов или стены Альянса. Но нет, оно убивает. Ну, мне, наверное, сюда и нужно попасть. А, это сейф. Можно сюда пройти? О, спасибо, можно. Блять, здесь был ёбаный рычаг. Ну, я думал, это уже головоломка прям началась. Такая, блядь. Мне завали свой ебало, блядь. Мне настроение все испорчено. Так и знал, что какая-то очевидная хуйня, я ее опять не заметил. Так, ну окей, у меня открылся доступ к сейфу. Бля, мне кажется, будет как с инфра, я буду каждую секунду в гайд лезть, бля. Теперь, я думаю, что-то открылось, да? Вот эта хуйня какая-то тут светит вообще зачем-то. Ну, вон там рычаг же был, по-моему, да? Вот тут, да, вот рычаг. Ну, теперь рычаг не нажимается. Почему? Ну, ладно, он сказал, почему, скорее всего, они не нажимаются. Может, мне пойти обратно и включить это? Remember, you can always turn the power on or off again. Может, мне нужно найти поверхность вот здесь вот, да, для портала? Ну, здесь нету его... А, все, ладно.
Я только, правда, не понимаю, что от меня... Наверное, мне нужно как-то сейф открыть. Я понял, я включаю, значит, электричество, я иду сейчас в этот портал, и теперь смогу нажать на эти рычаги. Все, ладно, это было очевидно, но я, как всегда, это, ну вот, да, это я. Так, это активируем. Бля, скорей. Да идите нахуй. Все. Так, ну, кстати, а Epic Science дохуища вот этих сейфов? Блин, тут на меня не упади, слышь. А, окей, нормально откроется. Или это у них один сейф такой просто большой из финала кооп портала. Вот. Так, окей, сразу я увидел, значит, вот эту штуку. Вот тать. Да, все, вот я уже считаю в сейфе. И, вот меня вот смущает, вот неужели нету какого-то другого способа съебаться из этого места? Или вот, блять, ну я бы, например, не выбрал пойти в, блять, в хранилище, потому что, ну, скорее всего, там нету, а хотя может это не хранилище, а просто. Ну нахуй тогда делать такую дверь, если можно просто с другой стороны выйти, а? Ну, либо это опять же таки в субтитрах все было, блядь, сказано. Это тогда ладно. А, все, окей. Ставим сюда. Да, и идем вот в этот вот, блядь, кабинет. Ой. Так, мне нужно определить, за кого я играю. Это чё? Не, по-моему, это из Портала. Хотя, может быть, другая. ХЗ. Ну, там описание, как всегда, написано, блядь. Оно на целом английском... Блядь, а как здесь вороны, блядь, живут? А целом... Ой, блядь. Ты долбоёб? Как это должно было мне проверить мою реакцию? Типа, я обосрался? А, ну, тогда... Не получилось у тебя это. Бля, я даже сейчас не знаю, как его зовут. Ну, по-моему, это Гарри, да? Вот этот, про которого говорил другой чел. Блять. Ну ладно, все-таки игра ради геймплея, а не сюжета. Так, ладно, я поднимаюсь наверх. Ой, так, сейчас здесь в этой локации будет ебатьня, скажем так. Что это, бля? Ослепила меня. Или как там поется? Ah, yes. Bravo Volta. Hold on. Fifth. Testing track, yes. Fifth. You'll need a portal device to get through. Sorry, I meant... Quantum tunneling device. Хорошо. Так, а я, кстати, не помню, вот эта локация, она была только в копии, или там еще она в сингле была? Бля, ну если появилась вот эта штука, значит, это будет какая-то жесть, просто полнейшая. Так, ну смотрите, здесь есть гель, который позволяет ставить порталы. Прямо... А, кит-тест. Сначала нужно найти поверхность, чтобы распространить этот гель. Логично же. Так, сейчас я вот здесь посмотрю. А, здесь в куб падает. Пиздец. Ага. Все, я нашел здесь. А только, правда, не знаю, как это должно попасть вот сюда. И будет ли гель уничтожаться. Блять. Я думал, что это этот гель, чтобы... Это вода оказалась, ну... Значит, возможно, скорее всего, будет совершить ошибку. Так, поставлю-ка я вот так вот прямо. Сейчас я просто все покрою этим гелем. Так, ну, наверное, как-то так. Да?
Ехе-хе-хе-хе-хе. Бля. Так, поставлю-ка я пока что сюда. А, здесь... Да, бля, я вот это вообще огромный кусок не заметил. Значит, вот так вот, да? О, все. Это что у нас активирует? Блять. Не, ну, кстати, на длительный срок это отключает эту штуку. Так, сейчас я тогда вернусь за... Эти, блядь... А... Если вот так вот это... Все, я, короче, с этим кубиком прыгаю. Пожалуйста, останься. Опа, опа, все, это самое главное. Самое главное, что я донес. Да, все. Отлично. А куда мне, кстати, куб-то мне куда надо доставить? Я уж что-то это не знаю. Ну, кстати, можно было бы в теории вот с этой штуки вот сюда запрыгнуть, наверное. Сейчас посмотрю, можно ли это сделать. Я думаю, что нет. Ой, блядь. Не, а если я вот реально... Если я вот, короче, вот так вот сделаю... Чё, серьёзно? Ой. А, бля. Ну всё. Господи, как это гениально. Now everything about this test is lead line, according to my 1950s note cabinet. Says it's harmful to humans. I mean, not harmful to humans. You'll be okay. Perfectly fine. Nothing to worry about. Oh, and don't worry about блять. Boxes. Worry блять, ну тут уже oh, просто. Don't worry about the boxes. Вот эту хуйню, это, оказывается, подсказка, что ли, блядь. Ну вот я сделаю вот так вот. Блядь. Я сделаю вот так вот. Давай. А-а-а! Блядь, нихуя. Так, ну это уже очевидно. Это ставим вот сюда. Он сейчас прям в меня влетает. Опа! Вот. Блин, не такие. Так. Продолжение, да, этой главы. Третья же, да, глава? Буду надеяться. Да иди, ну скажи, что он мне позволит сделать, а? Never you mind that. Just, solve science. А, его зовут Вирджил. Так. Ага, сюда... О. Ну сюда ставится портал. Так, ну я просто не понимаю, как я могу попасть сюда. А, я не могу так, что ли, прыгать, когда я на крыле сижу. А, ну вот и куб. Все, ладно. Я просто не заметил эту кнопку. Ну, бывает. А, окей, так можно. А, и вот здесь еще гель, все, окей. Так, поставлю-ка это вот сюда. А, не-не-не, вот сюда. Давай. Во, как хорошо проложила. Теперь вот сюда. Да, все, я попал сюда. Чтобы попасть вот сюда. Да, чтобы попасть именно вот сюда.
И... Так, вон там выход. Мне нужно как-то... Бля, почему мне так FPS проседает, алё? А вот сейчас нормально, блин. Ой, ну не понимаю я. Ну, наверное, движок нагрузили слишком. Короче, блин, представляете, оказывается, можно поставить вот сюда этот гель, сюда вот портал, вот, и вот сюда вот этот портал. Ну, короче, сейчас нужно попасть сначала сюда, я задумывался, как это делать, вот, я не знал, оказывается, вот так надо. Ну, не додумался, ну, бывает. Блин, нет, ты куда? Так, это вот так. Ну и все, теперь, я думаю, можно сохранить игру. И прыгаем. А! Вот теперь точно сохраняемся. И прыгаем. Да! Ура! Ой, ура! Да блин! I don't think you're that stupid that you're going to fall for this anymore. I'll be blunt now. I'm not Cave Johnson. This isn't the 1950s. Everyone you knew and loved is dead. And now you're stuck here in Aperture Science, done with the trash. Ладно. Like me. After everyone left because of that boat. Which I'm sure you already knew. Да блин. Whatever. However, I can get us out of here. If you're willing to let a voice in the sky who just told you he was lying the entire time he was talking to you control nearly every movement you make. Is that okay? I'll just take your silence as a yes. Oh, right. You can't answer me. Just do what I say and you'll be fine. Okay? Так, ладно, что-то я сейчас это... Я хочу скорее пройти этот мод, ну не потому, что он там мне не нравится как-то, ну просто хочется его просто быстрее пройти, вот, поэтому я что-то как-то не читал, что он там говорит, говорил, вот, так, я всегда на эту кнопку ставлю, ёбаный, блять. Так, все, он опять тут. Я, получается... Блять, нет. Так, сейчас я... Бля, у меня же как-то в прошлый раз получилось так сделать. Все, я его тогда ставлю вот так вот, пускай он прыгает. Я лечу вот сюда. Ставлю вот так вот портал и вот так вот. Все, будем... Не, да сука. Я понял, да, ура, я понял, как можно сделать. Бля, точно. Сука. Это ж было очевидно, но... ну ладно. Так, я иду за кубом. Все, бля. Пиздец, 20 минут проходил эту головоломку, бля. Она же, так подумать, она легкая, просто... Я не знаю, что нужно мне, чтобы я ее мог... Чтобы я быстро их проходил, ну, короче, хз.
О, ага. So about before, что же? Я что, мне так настроил, что сказал? Бля, почему-то, когда он говорит, он всегда лагает. Which could be a real possibility, because as my records show, the old test could cause heart attacks after small exposure. Плохо на то, что он говорит, мне нужно разобраться в головоломке. Как тут можно все сделать, решить и вот это вот все. I'm a core from up in the enrichment center. And before you even think of asking, yes, there is a building above you, and yes, так, здесь опять нет никаких поверхностей. Crazy. Don't be too alarmed, though. А, все, понял. Скорее всего. Да. А, не, не долетаю. Ладно. Так, а куда она вообще... А, она вообще в ебеня ведет. Я понял. А вот это нахуя нужно вообще? Ага. Я опять я не заметил. Да что ж такое-то? Так, здесь падает куб. Отлично. О! Я вот тут нахожусь. Так, ну... Так, это я понял. Так вот, блядь, долетаем до него. Обратно. Давай. Ага. Так, вон там кнопка. А можно мне по нему залезть? Не, я лучше рисковать не буду. А, ну так я могу вот так вот. Ну-ка, сейчас я попробую один. Блять. Опа, блин, получилось. Так, здесь я сохраню. Чё вот тут у нас? Так, а нахуй это говно активировать? Ага, но вот это активируется, а вон там это пропадает. Бля, его тут портал. Надо поставить. А, ну так... Где? Так, вот тут этот куб. Сука, ну если я его уберу... Нет, никак. Так, что у нас вот тут? Это что? А, это кнопка. До нее нужно долететь. Бля, вот тут я хз вообще. Давай. Ну, то есть здесь никак и перекинуть нельзя. А где вот... А, вот тут. На этот... Эгель. И сюда стекает, значит, сюда можно выстрелить, да? А. А так он просто так, что ли, сюда стекает? Это совсем... А-а-а. Вот здесь, типа, трубка должна была идти, и, ну, что-то не дошло. Нужно как-то сюда поставить этот ебучий куб. Вот тут как-то может быть. Но, бля, ну тут оно внизу находится. А, ну тогда, ну так я сейчас этот куб возьму, блядь, и через... Бля, ладно. Все. Я этот куб поставил сюда. Теперь мне... А, кстати, а куда мне попасть вообще нужно? А, я нажимаю на эту кнопку, и она все. А, она включает вот эту хуйню. Угу. А, ну так вот, я сейчас... Блять. Так, здесь нигде нельзя поставить. Я лучше... А, ладно. Так, теперь мне как-то нужно, короче, долететь. А вот этой кнопки... Ну, почти. Так, можно было бы еще попробовать... Ну, а, ну так сюда и нужно попасть. Ну вот, бля, здесь же вот эта хуйня находится. А могу ли я через...
Да, скорее всего, могу. Сейчас я попробую. Ну так вот. Блин, ну так вот. А, ну да, ну так, так можно. Бля, там с таймером интересно, скорее всего, с таймером, блядь. А, нет. А, так... Меня Мел зовут. Так, что там мне спуститься надо, потом куда-то... Ну что, идем. Сейчас, наверное, будет смена главы, я думаю. Так, потом на вот эту, да? Блять, так и знал. Сука, что слезу. С нее. А, так у меня сейчас, блядь, специальные ботинки-то. Чё, себе мозги-то ебу. Я, получается, я дошел до... О, сейчас... А, тут что-то смена главы, да? А, нет, я не буду тебе верить, никаким там записям. Вот здесь находится турель. Да, она здесь находится. И не одна. А, так это сетка, я думал, это стекло бронированное, блядь. Так, здесь подсказка, мне нужно наверх. А, здесь что? А-а-а. Бля. Так, ладно, может, можно еще куда-нибудь здесь попасть. Да. Можно. Блять, нет, нельзя. Ай. А, ну так можно вот так. Все, я здесь, я в этом месте. Блять, я думаю, эта головка будет очень большой, скажем так. Потому что здесь большие всякие пространства тут. Так, ну и первый вопрос, нахуй мне сюда прыгать? Наверное, чтобы... А, я, кажется, понял, зачем. Я попаду на вот эту крышу, да? Вот я попаду вот сюда. А мне нужно сюда поставить портал. Зачем мне нужно его разместить на одной из колонн? Так, здесь я не упаду. А, здесь я нельзя поставить, бля, вот прикол. А вот сюда можно уже, хорошо. Так, там оранжевый портал, значит, я в него прыгаю. Так, вот сделаем. Так, все, прыгаем в оранжевый портал. И... О, да, я... That was odd. Normally, when people do that sort of thing, they just fly through the hole in the wall. Да, я вот такая вот, бля, я мел. Good. That gel should help you get past those turrets. Так, а, я активировал гель, да? Или чё? Да, я активировал гель. Он мне как-то пригодится с этими турелями, он типа что, их собьет или что, я не понял. Сейчас проверим. А, так он мне пригодится, чтобы я смог пробежать, да? А, ну, бля, ладно. Так, теперь ставим, блядь, вот сюда. Все, я думаю, я готов делать забег. Побежали. Опа. Так, выбрасываем ее. Сохраняемся. Так, опять какие-то картонные пробирки, блин. Оп, сохранение. Так, здесь карты большие, блин. Go to that door down at the very end. You know, the one with the giant wheel on it. Что-то там гигантское колесо. Just give it some elbow grease. А, чуть посильнее. Come on, you got this. One more shot. Еще разочек, да, еще один шот. You can fling yourself all over the place and get past some old turrets that are firing live rounds, but you can't get a door open. Да пошел ты нахуй, блядь, она заварена, бля. Alright. Let's see what we can do. There's a longer route through a repulsion. Как же это можно сделать? Guess you're going to have to go that way. Что там он про гель говорил? Бля.
Так, сюда никак не попасть. Да не, ну можно. Бля, нет, это ёбаный дик... Все, и скипаем. We painted subliminal messaging all over the walls in this next test. So, if you feel the sudden urge to buy a bunch of Aperture Science merchandise afterwards, we'll count that as a success. Да. We painted subliminal messaging all over the walls in this next test. So, if you feel the sudden urge to buy a bunch of Aperture Science merchandise afterwards, we'll count that as a success. Все, я понял, это говно проигрывается. We'll count that as a success. Что-то там... Так, интересно, я на какой сейчас главе? Это, по-моему, все еще третья глава, бля. Что так много-то? Точнее, долго. А хотя, с другой стороны, третья глава, а всего их пять. Опа, ящик из халфы. Второй. Так, а здесь тоже, да, закрыто? Your motor skills may drop during this next test. We put a bunch of gray matter emancipation grills in the chamber. Don't worry, though. If you somehow make it to the end without becoming a vegetable, we can provide you with a brand new brain. Probably. А. Блять, ладно. Сейчас я вообще не понимаю, куда мне нужно попасть. А, нет, там он сказал, да, открыть дверь. Так, ну... А, бля, она открывается. So you may encounter several grizzly bears and or lions in this next test. Так, вот тут сохранение. Бля, как же глубоко я, блядь, забрался, чтобы просто... Чтобы забежать как-то, блядь. Кзе, ну я бы не забирался так глубоко. Так, сохранение. Угу. Здесь локация, блядь, большая. Это, по-моему, модификация, она, блядь, лучше даже второго портала, блядь, сделана. Ну, по маппингу, если судить. Ну, правда, блядь, лучше. Нам даже показали, как это все выглядело, этот комплекс в 52-м, ну, в 50-х годах, короче, 60-х. Ну, это круто. Так, идем сюда, короче. А... Ладно. Так. Вот эта дверь, да? Которую открыть, ну... А, нет, другая. Или чё? А, сюда можно... Нужен винтик. Thought it might increase the acceleration properties of the gel. Turns out it's just extremely flammable. And our good luck just ran out. I can't open locks to that test chamber. Maybe. Maybe there's a way over it. See if there's anything you can use. Что там может быть? Ну там трубы, сталактиты, наверное. А вот сталагмиты, да? Блин, наоборот, да я путаю их. А, сюда нужно поставить, окей. Блять. И я... А, я вышел же отсюда, да, отсюда вышел. Да сука. Да как же это сложно все. А, я сюда... Вот, бля, там выход, выход, все, идем на выход, блядь. Блядь. И... Бля. Еле держусь. Не, я сейчас упаду, наверное, да? Здесь никуда нельзя поставить. Ну да, ну здесь все. Вот, все, теперь я долетел. Так, выход. Да, вот и выход. Замечательно, бля. Так просто оказывается. We're in this together.
You're my ticket out of the junkyard down here. I'm your ticket to the outside world. I'll do my best to keep the insults at a minimum. Just try harder next time. Так. Так. Как это? Там, где загрузить игру, там же глава написана, да? Бля, это вторая глава только? Не, ну здесь Капител 2 какой-то. Бля, ладно. I kind of have a bit of bad news. Yeah, I know. I don't want to hear any more bad news after the security override. Заебал, блядь, заикаться уже. My records of this sphere are out of date, to say the least. There should be an exit after the third section of this test. However, I don't know if getting there will be that easy. You got it in you, though. You're my Olympian. You might not have a beating heart anymore. Так, все, я как-то вот это вот... Бля. Ну, ёбаный в рот. Ну, я не заметил опять эту кнопку. Ну, все проще стало намного, блядь. Вот, все. Блять.